Ну и на закуску я оставил еще одну свежую разработку от белорусов, от гамильчанина Михаила Вага. Добрый вечер. Здравствуйте. Мне кажется, что это наш Никола Тесла, потому что он утверждает, что придумал нескончаемый источник энергии, правильно? Совершенно верно. И нескончаемый он потому, что вы можете вырабатывать энергию тогда, когда вам это действительно необходимо. Вам достаточно делать вот такие вот движения, и ротор, который установлен внутри, ускоряет свое вращение, и Михаил, тем самым происходит... Посмотрю. Генерация электроэнергии. Но как долго нужно вот такие движения выполнять? Потому что тогда он не так удивителен, извините, если вот целый день ходить с таким Конечно. Движением. Внутри его, кстати, установлен портативный аккумулятор, и вы можете накапливать энергию и потом подзаряжать ваше мобильное устройство. Как долго он заряжается? Сам он заряжается в течение часа. Это вам хватит, чтобы перезарядить ваш смартфон. Это какой-то прообраз вечного двигателя? Ну, это больше как генератор. Главный вопрос для меня сейчас. А сколько вам лет, Михаил? 19 лет. Вот так вот. Ну что ж, спасибо, Дмитрий, спасибо, Михаил.